Криминальный авторитет Лоту Гули длительное время оставался в тени, о чем говорили последние новости 2018 года. Изначально вор в законе отправил в Россию брата, который представлял интересы засевшего в Стамбуле бандита. На фоне этого в криминальном мире решили, что Гули Нечи и Гоу не удастся воровского сообщества. Но уже в марте этого года все серьезно изменилось. Лоту перешел к открытому противостоянию с конкурентами, всколыхнув полицию и общественность Москвы и других регионов РФ.